классный. Фургон тебе нравится? Да. А кафе? Ой, что-то мы с тобой не так залазим, не так заходим. Давай, заходи. А? Ноги потеряли. Сейчас давай посмотрим. Что? Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас. Ой, маски одень. Я забыла совсем. Смотри, какие ватрушки аппетитные. Что еще? Давай пошли посмотрим. Ой, да ты че? Это пряники такие. Имбирные. Ослик. Твои эти три кота. Смотри, какие. Пироженки. Да. Ой, смотри, тут ты такие. Такой пыль. А ты же уже пробовала такие. Да. Я уже такой пробовала. Смотри, какой. Красивый, да? Ладно, мы с тобой на второй этаж идем. Сколько этаж? Два. Какие ежики красивые. О! Видишь? Ага. А что ты свою куклу Лолу роняешь, Вику? Да. Юморист, да? Не тормошись, не тормошись. Все, пошли на вид. А что? Я там маленькие крылья нашла. Шоколадки. Хорошо, хорошо, идем, 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 идем. Как жарко. Ты про тортик говоришь для детей, да? Ага. Я хочу книжку. Можно? Да. Хочешь посмотреть? А, она уже разукрашена. Настоящий.
чай нам уже принесли. Подожди, что не заварился, пока немножко стоит. С аппетитом пьем зеленый чай. Ждем, когда будет наш заказ. Мы заказали куриный супчик и картошку по-домашнему. Не по-домашнему. А, по-деревенски, точно. Точно, картошка по-деревенски. Какой куриный супчик мы не знаем, а картошку по-деревенски нам посоветовали. Ждем. Из чего? Соус из чего, ты говоришь? Из курицы. Да? Мне кажется, из майонеза. Вот картошка по-деревенски. Вика пробует. Заценили. Картошка понравилась. Тут горячая, да? Ну ты дуй, не торопись. Такой красивый супчик. Да? Может, такой же? Горячий, да? Ложка классная, да? Тяжелая такая. Дуй, 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 не торопись. Не обжигайся. Целое море хризантем. Такие красивые, желтые. Ой, какая красота. Красивый отель такой, национальный.